улучшится, я перестану смотреть свои любимые фильмы на Netflix, перестану покупать вещи в своих любимых брендах, потому что они все закрылись. Я перестану путешествовать, да и, в принципе, моя профессия уже, считайте, не нужна, потому что сейчас введена жесткая цензура, и как я буду работать, где хотела, я не знаю. Лекарства я покупаю советские, мне это зарубежные не нужно совершенно. Мебель мне она тоже не нужна, у меня все есть. Что еще? Как говорится, санкции на меня никакого смысла не отражают. Как в советское время, что у нас было? У нас не было ничего. И жили мирно, спокойно и все. В принципе, мне, конечно, это все не нравится, что все магазины закрываются, все салоны автомобилей закрываются. Поэтому я, конечно, против вот этой войны, да, и за скорейшие переговоры и окончание всего этого.